sizlerge alkışımız şeksiz. Sudan kiyin. Osu Kristus üstünde kurban bolgan. Kurban bolgan. Her bir bağırımızga biz imanlık tilimiz. İmanı joldaş bolsun. Jene de. Amin. Korkunda duğamızdı uktay. Bitti miting. Жаңа өзен тарап атыр. Площади Индымака осталось не больше 200 митингующих. Юрты по-прежнему стоят, напомню, ранее их разобрали, но спустя время собрали вновь. Митинг проходит мирно, он не парализовывает работу социальных служб. В штатном режиме действуют медицинские центры, больницы и поликлиники. Школьники находятся на каникулах. Вчера детские сады нескольких районов, а также города Актау принимали детей. Дошкольные учреждения города Жанаузен, Бейнеуского и Мангыстауского районов заработают 10 января. Коммунальные службы регион обеспечивает бесперебойное обслуживание населения. Ажиотаж в магазинах наблюдается незначительный. Проблема в том, что не во всех торговых точках можно расплатиться карточкой или переводом. Во многих банкоматах по-прежнему отсутствуют наличные. Снять деньги возможно только в нескольких крупных отделениях банка. Там люди часами отстаивают очереди. Вот уже несколько дней у автозаправочных станций длинные очереди. Автомобилисты могут купить бензин по талонам. Литр сжиженного газа продается не больше 50 тенге. Все дороги, связывающие район с Актау, открыты. Вокзал Мангыстау принимает пассажиров, ходят поезда. Также открыта дорога на аэропорт Актау, но рейсы пока приостановлены. В Актау на площади Интымак, где собирались жители, сейчас спокойно, сообщают наши корреспонденты. Люди разошлись, юрты и ограждения убрали. Открыто движение по ранее перекрытой автодороге. Город вернулся к прежней жизни. Заработал и общественный транспорт.